Тебе не холодно? Хочешь, мы тебя пледом укроем? Давайте. Молодец. Разве ему может понравиться такая? Вот, умничка, широко-широко, чтобы везде конфеты попали. Он смотрит прямо умничка. На меня. Он явно чего-то хочет. Широко-широко, помогай мне, молодец. У тебя такой прекрасный лоб. Мне так хочется его поцеловать. Когда широко открываешь рот, прям так удобно становится. Ой, это точно. И мы с тобой идем выбирать мороженое и подарки. Я сам возьмусь за это дело. Осталось буквально 2 минуты. Последнее. Это наш зубдолечение, это называется гипоплазия эмали. Малярно-листовая гипоминерализация, у нас нарушено развитие эмали. Из-за этого очень быстро развился кариес в этом зубе. Все восстановили, всю анатомию зуба восстановили. Он весь новый, функциональный, можно свободно жевать. Но помню, что это временная история. То есть нас впереди ждут коронки, потому что это гипоплазия. На здоровой эмали практически не осталось. Большой функциональной нагрузкой. То есть здесь нагрузка около 70 кг на этот зуб, если жевательную брать. И как будет вести себя композит, мы будем смотреть уже в динамике. Потому что надо принять, что у нас такие зубы. У нас такой диагноз — гипоплазия. И с этим начинать жить. Главное — хорошо за этим ухаживать. Чем лучше будете дома чистить, тем лучше и дольше это будет все служить, и меньше мы будем это все переделывать.